В этот день во всех храмах проходят торжественные богослужения и освящение воды в память того, как в 988 году в водах Днепра крестили наших предков. Русская православная церковь 28 июля чтит память равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. Утверждение христианства на Руси оказало большое влияние на сохранение целостности России в сложные исторические периоды, способствовало единению государства, его процветанию. Десногорцев с праздником поздравили епископ Рославский и Десногорский Милетий и глава города Андрей Шубин. Православие способствовало расцвету культуры и просвещения, укреплению российской государственности. Желаю всем жителям и гостям Десногорска счастья, новых духовных сил, удачи и благополучия. В списке памятных дат праздник официально появился не так давно, 8 лет назад. В этот день зрителей порадовали выступления участников вокальных коллективов города. Десногорцы поделились с нами мнением, как они относятся к православному празднику. Для русского народа это, в общем-то, нормальный праздник, хороший праздник. Считаю, что люди должны это знать, должны это чтить. Я считаю, что это очень значимый праздник крещения Руси, так как объединение всех людей дает какое-то единение духа, единение силы. Перевернул полностью историю нашу. Князь Владимир внес очень большой вклад в это, и, наверное, все-таки наша история повернулась в другое русло.